Военнослужащие по призыву теперь будут проходить службу в пограничных управлениях, находящихся в Северо-Западном, Дальневосточном и Северокавказском федеральных округах. Совсем скоро погранзастава в Уч-Кулане примет ребят, которые будут проходить срочную службу. О том, какие созданы условия и как обустроена погранзастава, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь созданы комфортные условия для прохождения службы по призыву. В этих живописнейших местах сейчас проходят службу ребята по контракту. Полностью укомплектованы спальные помещения, где также есть свои санузлы. А вот так выглядит столовая погранзаставы, где совсем скоро будут обедать срочники. В кабинете для занятий установлены проекторы, стенды с важной информацией. Новобранцы будут проходить службу на этой погранзаставе впервые с полным обеспечением всем необходимым. Условия созданы уже в полном объеме, то есть подготовлены комнаты, спальные помещения, скажем так, для военнослужащих по призыву. С весна 2024 подготовлены комната бытовых служб, комната и сушильные комнаты, столовая, все оборудовано полностью необходимым инвентарем и всем необходимым имуществом. А вот так уютно обставлена комната отдыха для военнослужащих, где каждый может провести свободное время за чтением книг и игрой в шахматы. Особо можно выделить музейную комнату, где собраны уникальные материалы пограничниками. Часто музей посещают учащиеся общеобразовательных учреждений, которым проводят здесь экскурсии и рассказывают о значимости службы в пограничных войсках. Цель создания данного музейного образования являлась это сохранить небольшую историю непосредственно данного подразделения, больше рассказ о ней здесь. Цель, значит, активно работает пограничное управление со школьниками, соответственно, привлечение здесь всегда молодежи, чтобы можно было рассказать им. Рассказать о их небольшом ауле, крае, непосредственно деятельности пограничников, что здесь непосредственно и собрано. Сейчас на погранзаставе проходят службу военнослужащие, которые заключили контракт с пограничной службой ФСБ России. На территории есть спортзал и спортивная площадка, где в свободное время ребята уделяют особое внимание физическому развитию. Для контрактников предоставлено жилье, где они проживают со своими семьями. Условия на заставе очень хорошие. В 21 году начал проходить службу по контракту здесь. Попал по распределению. Условия, как я сказал, уже хорошие. Предоставляется служебное жилье, квартира. Также со мной проживают дети, жена. Есть школы и детские сады. Погранзастава в Уч-Кулане является своеобразным городком, где есть все для прохождения службы. И уже совсем скоро, этой осенью, здесь появятся первые новобранцы. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевский район.